Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я буду вас мотивировать на уборку. Будем сегодня с вами убираться в спальне. Застилать постель заново, менять. На комоде тоже нужно прибраться. Кое-какие вещи здесь все убрать. Кстати, у меня вот от моего колпачка оторвался бубончик. Нужно будет тоже пришить. Убрать все мои витамины. Я такие витамины пью, Элевит, Пронаталь. Помыть цветочки, полить, удобрить мои цветочки. Я планирую купить еще цветы домой. Кстати, я фикус свой Бенджамина прищипнула. И вот у него из пазух вроде как намечаются новые веточки. Еще вот этот завал мне тоже нужно убрать здесь, чтобы ничего не хранилось. Мне это не нравится. Девчонки, начинаю уборочку свою с удобрения цветов. Я удобряю цветы обычным таким удобрением Агрикола. Развожу его, ну так, чуть-чуть тоже, слегка, в общем, удобряю раз в неделю. Обязательно нужно, особенно вот таким цветам, как у меня, деревце, это фикус. Один фикус, это у меня муж с работы принес, а другой маленький, который я сама из семян вырастила. Также по листу тоже обрабатываю, очень они любят душ. И приступаю к уборке непосредственно в самой спальне. Сейчас уже близится Новый год, и, конечно же, все украшают свои дома, комнаты отдельные, да, какие-то к Новому году, новогодней тематикой, и я тоже не исключение, я тоже очень хочу, мне тоже это очень нравится, поэтому я скоро отправлюсь в Ситцевый рай, который находится у нас в городе, и сошью там себе на заказ пододеяльник, потому что у меня есть одеяло, ну, евро очень большое, а на него пододеяльника нету, поэтому я хочу сшить туда красного цвета пододеяльник. И еще сшить белого цвета пододеяльник и просто потом миксовать белое с красным. Я думаю, будет очень классно, по-новогоднему будет смотреться. И будем с вами украшать спальню к Новому году. Надеюсь, что у меня получится хорошее атмосферное видео. В общем, в следующем видео, наверное, когда я буду убираться в спальне, буду украшать, все буду вам снимать и показывать. А насчет подушек тоже я хочу сделать такой небольшой отзыв. Мне подушки именно просто белые, которые не очень понравились, они свалялись, в общем, одна подушка нормальная, а другая прям вся такая смялась, но я ее взбила, и в принципе, я думаю, подушки-то все равно нужно же раз в год где-то, да, менять, и думаю, на один год именно вот такие недорогие подушки, в принципе, нормально пойдет. И потом на следующий год, допустим, я могу их заменить. Или же, может, даже я начну сотрудничать все-таки с Васильком. Все-таки Василек, любимый Василек, меня заметит и предложит свою продукцию, свое постельное белье или какой-либо другой товар, да, протестировать. Я, конечно же, с удовольствием бы сотрудничала с ними. Вот. Но пока что, я так понимаю, в Казахстан даже доставки нету. Очень жаль, конечно. А стирку я загружаю сразу.
Тут я заметила, что у меня вот эти вот искусственные цветы мои, которые мне так очень нравятся, они просто запылились. И их, конечно же, очень легко привести в порядок, просто их промыть в проточной воде. Стряхиваешь их, и они, в общем, как новые. Я их очень давно, кстати, уже покупала, наверное, год назад точно, уже год им есть, и они прям вот как вот только-только купила я их, знаете, ни вида не потеряли, не выцвели, ничего с ними не случилось. Вазочку эту я, кстати, на Wildberries заказывала, тоже мне очень нравится. А это вообще ваза с цветами потом уйдет на кухню. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Хочу ответить на вопрос, как же все-таки мы познакомились с мужем. Познакомились мы с соцсети mail.ru. Вводила данные я, это гороскоп и сколько возраст, в общем, какой. Также мне были представлены фотографии, и я выбирала по фотографиям, конечно же, именно фото меня привлекло. Там было фото, допустим, двое парней, одетые в такую форму ВДВшников. Вот, такие мощные, классные парни сидели. Один из них как раз-таки и был Коля. И меня это привлекло. Я давай ему писать комментарии, говорю, сообщения. В общем, он мне на них ответил. Вот так вот, в общем, мы переписывались, и потом мы встретились. При разговоре оказалось так, что мы еще и соседи. В общем, бывает же такое, что вот судьба как бы ходит рядом, и ты ее не замечаешь, в принципе, а тут бабах, и ты сама свою судьбу, можно сказать, притянула к себе за уши. Грубо можно так сказать, да? Обязательно пишите свои комментарии, еще вопрос. А вы у меня вообще молодцы, спасибо вам за поддержку, за добрые, классные комментарии и за лайки за ваши. Их стало намного больше, чему я безгранично рада. Всем спасибо. В общем, вот подходит видео к концу. Тут я вам показываю, как муж мне опять же помогает в уборке. Он у меня тоже молодец, помощник мой. А вам я желаю хорошего дня, хорошего настроения. Оставайтесь на моем канале. Кто еще смотрит меня без подписки, обязательно подписывайтесь и ставьте этому видео лайк. Всем спасибо большое за просмотр. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Котик вам передает огромнейший привет. И всем до новых видео, до новых встреч. Всем пока-пока.